Здравствуйте, ребята, с вами Дмитрий Зирко, EVS Volunteers во Франции. Сегодня 19 марта, я сегодня еду в Бордо на матч по квиддичу. Квиддич — это игра из Гарри Поттера, и, как оказывается, она весьма популярна во Франции, в Германии, в Европе. Сегодня будет матч между командой Бордо и Тулузой. Вот посмотрим, что такое квиддич. Новый вид спорта. Я играл один раз, будет интересно. И, кстати, у меня нет билета на поезд, так что я буду пробовать проехать в поезде бесплатно, либо попытаюсь купить билет в поезде. Что ж, я приехал в Бордо, меня встретили. Наими, ее команда будет сегодня играть. Как и оказалось, билеты никто не проверял, так что я бесплатно приехал в Бордо. Билет стоит 11,40 евро. Так что экономия неплохая. Мы приехали на место, где будет проходить матч. И сейчас будем заходить на стадион. Вот так вот думал, что еду на квиддич, а в итоге попал на мероприятие, которое проводится 2 дня. Такая вот популяризация здорового образа жизни и поддержки мэра города. У нас в Украине это все делается активистами. А знаете, как заинтересовать детей, чтобы они посетили все локации спортивные? На входе им дают бумажку со всеми локациями. И они должны прийти на локацию, попробовать спорт. Тренер должен отметку поставить, что да, он здесь был. И потом на выходе дети предъявляют бумажечку и получают какие-то сувениры, подарки. Что ж, игра закончилась. Вы увидели все, как это происходит. Объяснять я ничего, наверное, не буду, поэтому как правил толком сами не знаю. Если интересны правила, то можно найти в интернете. На этом, пожалуй, все. Благодарю за внимание. Успехов вам! What do you feel after game? I feel good. Доброе.
Добре. Добре. Супер добре. I want to keep doing to play again. Continue. But feel good, like after a game, after sport. After sport.